Данстарт первому забегу и спартакиада начинается. Соревнование открывает бег на 100 метров. Мария Аристархова дистанцию преодолевает легко, оставляя позади соперниц. У девушки уже есть золотой значок ГТО. А любимая дисциплина – легкая атлетика. Я со школьных лет занималась спортом. Придя в органы прокуратуры, которые также постоянно поддерживают занятия спортом, тоже решила продолжать заниматься. Повод для спартакиады – приближающийся юбилей. 300 лет со дня основания органов прокуратуры в России. Официально этот день отметят 12 января. Спартакиада для Оренбургской прокуратуры – мероприятие традиционное. В прошлом году из-за пандемии соревнования пришлось отменить. Но сегодня традицию возобновляют. Желаю вам проявить самые сильные, самые достойные качества, показать лучшие стороны прокурорской профессии, прокурорского духа. Я желаю вам успехов. Программа предстоит насыщенная, от комплекса ГТО до командных игр. Свои силы проверят 42 человека – мужчины и женщины разного возраста. Все сотрудники, действующие сотрудники, работники различных прокуратур – это сотрудники со всей области у нас здесь представлены. Ну, конечно, в основном молодежь, как вы видите. Соревнования продлятся 3 дня. Одним из заключительных этапов станет турнир по волейболу, в котором примут участие и ветераны надзорного ведомства. Малика Джумалеева, Игорь Бероев. Новости дня.